опять не сделал домашку дома и пытаешься успеть все на перемене? Ну, а что? Главное же, что я вообще ее сделаю. Это был риторический вопрос. Какой? Риторический? Это вопрос, не требующий ответа. То есть и так было очевидно, что ты ничего не сделал. А может, мне дополнительно задали? И ты все равно не сделал это задание дома? Блин, и в кого ты такая умная? И это был риторический вопрос. Молодец! Кстати, еще существуют риторическое обращение и риторическое восклицание. С ними типа тоже не нужен ответ? Нет, ведь эти фигуры не содержат в себе вопроса. Оба приема используются для усиления выразительности и эмоциональности речи. Например, как в стихотворении Некрасова «На Волге». «О, Волга, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я?» С помощью риторических фигур автор хотел подчеркнуть глубину своих чувств к Волге и родным краям. Типа как «О, Дота, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я?» Да, типа того.